прилетали два ангела, прилетали на разговор. Вот тебе плохо, вот топор. Я старался не замечать, делал вид, что пытаюсь спать, говорил, что хочу уснуть, только их ведь не обмануть, только их ведь не обмануть. Белый сел на мое плечо, сердцу сделалось горячо. Черный молча взглянул в окно, за окном стало враз темно. А я знал, что душа моя непрекаянная ничья, и давно ей уже пора чью-то сторону выбирать, чью-то сторону выбирать. Но не мог я решить никак, и молил их: подайте знак, подскажите хотя бы сейчас, может, это последний раз. Только не было нужных слов, и ненужных не было слов, и лишь металась моя душа, и стоял я едва дыша. А вот сейчас получу ответ, оглянулся, а их уж нет. Эти ангелы были тут, я не помню, как их зовут, я не помню, как их зовут, но эти ангелы были тут, прилетали на разговор. Вот тебе плохо, вот топор. Прилетали два ангела, видно, плохи мои дела, эти ангелы были тут.